Хе-хе, ребята, здорово всем! Вы на канале S-Game Street, с вами Рауль, и мы продолжаем проходить Call of Duty Modern Warfare Remastered. У нас миссия Жара, погнали! В настоящее время, 8 часов спустя после смерти Аль-Асада. День 4, Северный Азербайджан. Сержант Соуп МакТавиш. Не обращайте внимания на всю эту чушь. Контратака неизбежна. Рассредоточиться и перекрыть подход с юга. Он с удовольствием, сэр. Побежали. Нас хотят взять в кольцо, как я понял. Так, нужно ползти. Защитите южную дорогу холмов. Давай! Бабах! Открыть огонь! Отличный выстрел, дружище! Я просто не вижу, в кого стрелять, а все. Я попадаю в них? Да, походу. Ох ты, ой-ой-ой. А вот они, сепаратисты эти. Отряд, удерживать позицию. Они считают, что нас здесь гораздо больше. Вас понял. Ух ты, они с гранатомета бьют. Да ее вашу мать. Так, тихо, тихо. Вот так лучше. Отлично. Да, они думают, что у нас больше. Они устроили дымовую завесу. Мак, ты что-нибудь видишь? На дороге тихо. Возможно, они обходят нас с запада. Что за звуки, а? С воздуха. Ох ты. РПГ, что ли, опять? Они наводят сюда минометы. Пора уходить. А, минометы. Докладывает третий, второй в крайне восточном здании. Восточная дорога перекрыта. Так, я правильно иду, надеюсь. Ну вот в эту сторону. Или куда мне вообще? Я что-то запутался. Вот в эту сторону. Так. Где этот вертолет? Вот он. Так, стопы. А, все, ясно. Отсюда можно держать оборону. Ой, блять, сука. Миниган в рабочем состоянии, он в разбившемся вертолете. Я не понял, что за миниган. Так. Ты сволочь, а? Сейчас восстановлюсь я. Если не догоняю некоторые... Не... Вещи, блин. У нас проблема. Всем быть на чеку. Чёрт побери, много ли здесь вертолетов, а? Шоу!
Ой-ой-ой. Это враги все, да? Так. А я не понимаю, блин. Здесь где-то эти детонаторы. Так, снайперка. Детонатор расположен на втором этаже бара. Сверься с компасом и выдвигайся. Мы постараемся их задержать. А, все, вижу. Так, еще. Хорошо. Еще здесь. Отдыхайте, сволочи. Сорваем их, чертовой матери. Джевелин? Уходим живее. Так. Слушай, айда. Бежим, бежим, бежим сюда. Это наши, да? Побежали, побежали. Здесь где-то джевелин должен быть. В амбаре, да, внутри? Вот он. Ну шо? Уничтожить приближающиеся танки. Осталось 4. Ну нифига себе. Ну нихера себе, блин. Кошмар. Ладно. Чёрт, в матери... Ох, вот так. Отлично. Ну что там? Осталось еще 3 танка, да? А, во. Я смог или нет? Сейчас уничтожим. Вот так. Еще один танк. Побежали сюда. Я не вижу просто танк. Из этих сук. Так. Тихо, тихо. Ну где этот танк, блин? А вот он. Отлично. Все. Миссию выполнили. Этих террористов тоже добьем. Чёртовой бабушки.
Отлично. Ну чё, горизонт опустел, нет? Нормально не вижу. Чё, еще один танк остался, что ли? Я не вижу его, где он тогда? Не вижу я, блин. Тупо не вижу. Ой, блин, газ, прости меня. Я точное местонахождение танка не знаю, блин. Где он скрывается? Все, увидел. Это он? Или этот уничтожен? А вот он. Сейчас уничтожен. Все, наконец-то. Еще? Не, сейчас надо продержаться до прибытия вертолета. Но это я умею. Мишень, на связи Сокол 1. Готовы оказать вам поддержку с воздуха. Прием. Так, поддержка с воздуха. Мишень, на связи Грифон 2-7. Только что вошли в воздушное пространство Азербайджана. Расчет время прибытия 4 минуты. Будьте готовы к посадке. Мишень, зона посадки окружена. Мы не сможем приземлиться у фермы. Повторяю, мы не сможем приземлиться у фермы. В этих горах повсюду зенитные установки. Отлично. Мы где-то. В6, на радаре много врагов. Постараемся приземлиться у подножия холма, чтобы избежать контакта. Он что, издевается? Мы рвем с задницы, чтобы добраться до этой зоны посадки, а они теперь заставляют нас возвращаться обратно. Хватит, газ. Мы должны добраться до другой зоны посадки у подножия холма. Живее, Соу, выполняй! Быстрее! Блин, на другой стороне. Мы побежали. Если неправильно бежим. Нет. Советую поторопиться к зоне посадки Би у холма. Конец связи. Вас понял, 2-7. Всем быстро к зоне посадки. Это наш последний шанс. Живее. Побежали, побежали. Мы здесь бежим правильно. Так. Тихо. Скинуть бы этот чертов джавелин себе. Блин, этот снайпер тоже тяжелый. Вот не люблю, когда такие детали не учитывают, блин. Я вашу мать. Ну, конечно, сука. Ай, блядь. Нормальное оружие я пойду возьму, чтобы, блядь, нормально мог бежать.
гандошит меня еще раз. Ну, конечно. Пидоразы. Ох уж эта игра, блин. Играет с моими нервами. Капец. Нигде нормального нет оружия, что ли? Так. А, сука, ёбаный гранатомёт! Заебался из зоны посадки тоже. А сдохните тоже, долбоящеры ёбаные. Так. Да твою мать! Долбоёб, ну нормально! Дебил! Даже перезаряжать нормально не умеет. Сдохните, вашу мать. Давай, перезаряжай, как долбоёб! Вот кандон, а, блядь. Специально кого-то так, блин, долго перезаряжает, чтобы сдохнуть побыстрее. Тоже заебал своей поддержкой из воздуха. Или же я и дебил. Не пользуюсь данной поддержкой. Так, я пережду здесь, а? Побежали, побежали. Все. У вас две минуты. Прием. Я на месте. Говорят, вам нужно выбраться отсюда. Все на борт! Живее! Живее! Пошли, пошли! Вот так вот, ребята, эта игра в свое время играла с нашими нервами. И после, блин, прохождения, вот... Такое чувство, да, облегчения. Капец. Облегчение, восторг. Так, все на борту, улетаем. Так, мы улетаем. Ладно, доклад на телефон войти. Мы их забрали. Возвращаемся домой. Конец связи. Ну пока, сволочь чертовая. Мы уничтожили ублюдка. И все же не он несет ответственность за смерть твоих ребят. Прости, дружище. Имран Захаев, да? Человек-призрак. По данным разведки, он залег на дно. У меня есть план, как найти его. Слушаю. Папенькин сынок. Сын Захаева. Лидер сепаратистов на этой территории. Яблочко от яблони недалеко падает. Комаров знает, где находится парень. И этот ублюдок знает, где найти Захаева. Грехи отцов. Вот сволота, а? Угу. Значит, будем шантажировать его. Это самый лучший путь. Контрольный пункт прямо по курсу. С помощью его сына. Комаров. Все должно пройти гладко. Хищник 1-6, мы на позиции. Б-6, говорит Хищник 1-6. Работают генераторы помех. Даю разрешение открыть огонь по пункту караула. Конец связи. Слишком, блин, мощная отдача.
из снайперки. Ты что, рано стрельнул, что ли? Ну, бойная сила хорошая, чем та, которая была до этого. На ходу убивает, да? Не попал опять? Сейчас попал. Так, здесь где-то Калашникова должно валяться, ага. Все, замочил. Сейчас точно все. Возьмем вот это. Ну чё, Комаров? Так, пора приступать. Одевайте вражескую форму. Пора гасить. Комаров, мне нужны твои люди на случай, если водители начнут задавать вопросы. Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. У нас мало времени. Приступайте. Так, ну чё? Два часа спустя. Ты в этой форме умора просто. Хорошо, что ты здесь, потому что на русского ты, ну, никак не тянешь. Б-6, на связи Хищник-1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала. Хорошо. Возьму-ка я снайпер. Захаев, вот. Вас понял. Всем ждать сигнала. Объект находится в джипе перед БМП. Замочить бы его. Он нужен нам живым. Смотрите, куда стреляете. Ждите. Ждите. Поджарим их. Все, он наш. Так, 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 так. Куда он? Блин. Врезался в столб, когда уезжал. А, вот он, скотина. Ах ты, сволочь. Ну что, нужно догнать его? Так. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Этот парень нужен нам живым. Цель снова уходит. Слева есть переулок. Оттуда вы сможете отрезать ему путь. Ты не туда едешь! Давай.
налево! В переулок налево! Не дайте ему уйти! За ним! Он ушел! Два противника с правого фланга. Да, прямо в цель. Сдохни. Кто-то есть на крыше. Объект на крыше, прием! Один за перевернутым баком. Враг у мусорного бака, прием! К вам приближается враг из переулка слева. Два террориста за углом у зеленой машины. Противник направляется через стоянку к пятиэтажному зданию. Ну как, блин? У меня слов нету, блин. Я уже... Противник направляется через стоянку к пятиэтажному зданию. Уже меня. Сдохни. Так. Объект слева этажом выше. Лестница расположена в северном углу. Давай, давай, уничтожай. Чёртовы бабушки. Ну дебилизм, а, бля, чё ты их не замочил, что ли, блядь? Ты заебал тоже, проходи, ну, дебил. Уничтожай их уже, блин. Наконец-то. Наши тупые дебил, блин. Да, цель подтверждена. Объект на крыше. Он в вашем распоряжении. Окей, я понял. Он на крыше. А куда... Откуда? Как подняться на эту ёбаную крышу? Пиздец. Так. Бросай оружие! Бросай, сказал! Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! Мы не можем так рисковать! Не стрелять! Стоп! Хватай оружие и задержи его! Бросай оружие! Бежать некуда! Бросай оружие! Стоп! Задержи! Угу. Нужно было ему в ногу стрельнуть. Черт! У парня проблемы. База говорит B6. Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся.
Черт побери! Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр. Забудь. Я его знаю. Он этого так не оставит. Идем. Наши так называемые лидеры продали нас Западу. Уничтожили нашу культуру, экономику, нашу честь. На нашей земле пролилась кровь. Моя кровь на их руках. Они оккупанты. Все иностранные войска немедленно покинут территорию России. Или же пусть готовятся к последствиям. Все очень просто. Либо мы сейчас захватим центр управления пуском, либо завтра мы этот мир не узнаем. Получено разрешение на сброс. Группа Си пошла. Снижаемся ко второй зоне сброса. Группа Би, ждать сигнала. Пошли. Ко мне! Так, мои дорогие, задание «Ультиматум» пройдем с вами в следующей серии. Так, надеюсь, вам понравилось. Вот так вот у меня нервы просыпаются, капец, конечно, но нормально. Тать пальцы вверх, всем удачи, всем пока-пока.